Приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в One Piece Odyssey. В прошлом ролике мы очень много путешествовали по локациям, чтобы найти разгадку для одной из загадок, которая оказалась просто песней, которую мы спели и очутили здесь. Теперь Лим сбежала туда вслед за Аудио, и теперь нам надо будет туда бежать. Так что надевай наушники, можешь с собой взять что-то покушать, и поехали! Поехали искать Лим. Не знаю, где она там спряталась, что она там делает, но... Не забудь про свой царский лайкосик, мне будет очень приятно. Спасибо. О, у меня опять плохое предчувствие. А разве я с ними не сражалась? Невероятная комбинация. Ненавижу. Вас обоих. Я надеру задницу и Кроку, и Минго. Топе-стопе. В прошлый раз мы сражались с... Этим... Длинношейным жирафом. Во, жирафом и еще кем-то. Тигром, по-моему. Вот, да. А теперь у нас здесь фламинго этот и еще кто-то. Я уверен, что они тоже стали сильнее. Впрочем, я впервые встречаюсь с мистером Крокодайлом. Вот, Крокодайл. В любом случае, выбора у нас нет, готовьтесь. Хорошо, погнали. Божечки, так, ближний бой против него, в принципе, хорош, так что можно посмотреть, что оно будет представлять. А сковородка нам не нужна, давай лучше вот так вот сделаем. Ногу дьявола. Сот 4. Ааа, жесть какая. А что нам сейчас убьет? Нам хана, слушай. Нам хана. Так, срочно меняю его на чопера. Ага, раз. Во-вторых, берем нами. Нами, у тебя есть атака по всем? Давай. А, у него... А почему их двое стало? Сопротивление у него. Давай хоть зачаруем, я не знаю. Давай королевскую волю. Он сможет сделать против них двоих. Напхана. Серьезно, напхана. Мне больше нечего сказать. Нам реально хана. А ближний бой вообще не поможет тут вообще никак. Давай его возьмем. У него вроде есть дальняя атака. Если ему хватит. Нет. Заряд кола стреляет. Выстрел в руку из пулемета. Давай. А, блин. Это ближний. Неэффективно против него. Все, неэффективно. Что делать? Сколько у него хп? Иди твою за ногу. Я не представляю, сколько у него хп. У них что, по 20 тысяч? Серьезно? Слушай, мы откинемся. Я не вывезу. Я же говорю, я не вывезу. Почему ты? Я не знаю, почему ты. О, боже мой, давай меняем на кого-то. Я не знаю даже, слушай, на кого менять, если ближний бой здесь вообще не поможет ни в какую.
Я поняла. Так, теперь его можем заменить. На Чоппер, не знаю. Так, Чоппер может ему что-то дать. Так как его убить? Я не понимаю, он вообще непробиваемый. Это невозможно. Сопротивление. Как обычно, бесполезен. Я не знаю, как его убить. Ну, нами Луфи против Крокодайла более-менее, а вот против него я вообще не знаю, кого ставить. Лечение, первая зона. Давай вот это. Главное, чтобы Чоппера не прибахнули. Нам хана. Давай, пушка королевской кобры. Четвертый гир. Почти самое мощное все, что у нас есть. Давай. На него. Давай, 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 давай. Врежь, жестко. 2000. Ну ладно. Живем. Хоть как-то. Нормально. Нами можешь пока его просто побить, ТП заработать. Молодец. По 400 снимает. Хорош. Они справятся с крокодилом. Они справятся. А здесь я без понятия, кого поставить. Я не знаю, кто справится. Пусть ТП хоть нарабатывает, я не знаю. Один. Его надо менять. Он никакой. Давай хотя бы ее возьмем. Я понимаю, что ближний бой вообще не катит, вообще. Но... мало ли. Потому что тот вообще ему ничего не наносит. Забей. Никакой разницы вообще. Эффективно... А вот это плохо. Сопротивление против него. Ладно, посмотрим, что будет с Дофламинго. Хотя, ну знаешь, нормально. Нормально. Я могу тебя поменять на кого, в принципе. Я даже менять не могу ее. Блин. Давай. Лечение одиночное. Тебя, конечно же. Давай.
Этот бой мы точно проиграли, потому что я пока пытаюсь как понять, как с ними сражаться. С крокодайлом я поняла. Вот здесь я не понимаю. Здесь я не понимаю, кого против Дофаминго ставить. Ближний бой не катит. Стрелок наш, как обычно, не катит. Возможно, подойдет этот... Мускулистый. Я забыла просто уже, как их звать. На самом-то деле... Да. Так, давай-ка... Хотя бы его, я не знаю, возьмем просто. Что он может? Что он вообще может? Что ты можешь, скажи, пожалуйста. Давай хоть что-то, пожалуйста, сделай. Ну, хоть что-то. Да не трогай ты Чоппера! По нему потом можно будет эти ловушки сделать, чтобы уменьшить ему сопротивление, там атака, все дела. Давай против него ураганный смерч. Угу. Сдавайтесь. Ага, только у меня здесь нет уже хп. Ой, хп, тп. И ты хп, в принципе, нету. Я не понимаю, почему он блочит все. Я не понимаю, почему он все блочит. Ближний бой иногда блочит. Ближний бой. Розовый ближний бой. Зеленый, естественно. Стрелка тоже. Как тогда сражаться? Можно будет попробовать, конечно, в драматический бой. Смотреть, что он будет делать. Она мне. Ладно, она. Ясно. Разница, давай уже умирать. Это мы не вывезем. Где кнопка сдаться? А почему ускорение не начато? Вот, теперь давай. А то слишком долго что-то. Нет, ребята, не в порядке, слушай. Всем хана. Давай. Молодец. Да. Давай их усыпим. Отлично. Так, что у нас тут есть самое крутое? Давай-ка вот, ну, типа вот этого.
Давай королевскую волю на них двоих. Блин, их надо было сразу, знаешь, в одну зону поставить, чтобы Луфи их сразу бил. Это намного легче, серьезно. Я и смогу хили сразу нескольких. Это будет круто. Ясно. Да. Это у него обморожение какое-то. От чего, кстати? И остался один Луфи. Что у него за заморозка? У меня нету хп. Давай резиновую пушку. Фига. А это жестко. Еще раз. Реально жестко. Да хватит меня бить! Пожалуйста. А этому бы еще дефа пустить. Так, надеюсь, крокодил сейчас откинется. Почти, почти откинулся, блин. Отлично, промах. Этот не промахивается. Все, теперь точно крокодил откинется. Да. А остался фламинго. Что мне делать с фламинго, я не знаю. Давай на него деф. Давай на него деф. Крякнем. Промах, отлично. Угу. Давай его просто ударим, как минимум. Отлично. Королевская воля, ястреб. Давай на него ястреб. Хорошо. Надо ему хп пополнить срочно. Блин, он еще страдает.
против Чиу. Ри 600. Ты какого хрена это все сделал? А ну обратно. Обратно, вот туда. Давай еще раз. Давай. Я серьезно думала, что мы не сможем за этот бой победить. Но Луфи, он смог затащить. Я не знаю, господи, как он реально затащил это. У меня аж геймпад офигел и отключился. Я в шоке. Он реально затащил его, господи. Это бомба. Давай. Ну, теперь у нас зато все того. У ни у кого теперь нет хп, потому что все откинулись. Да, двое семи великих форсаров. Это прямо бинго. Ага. Не говорите, что там еще один будет, я не выдержу. Там трое. Ну слушай, там уже трое. Там опять что-то есть, но я с чем могу это справиться? Нет. Точно не я, слушай, точно не я. Кто вы? Ну надо же, это вся команда пиратов соломенной шляпы. Безумие, все мрут тут. Вам не уйти отсюда живыми, пираты. Да мы и так уже не очень-то и живые. Да стоп, погоди, здесь никак не могут быть все три адмирала. Видишь, даже Робин лишилась дара речи. Готовьтесь, вот они. Это опять вы, но я не дам вам меня побить. Я не знаю. Блин, на них опять по 20 тысяч хп. А, мальчики, господи, родные. Господи, родные, мама. Давай хотя бы используем ястреб на всех. Посмотрим, что это когда. Ничего, понятно. Так, давай, как бы, колыбельные. Давай, колыбельные. Угу. Да так, подожди. Угу. Так. Давай. Отлично. Надеюсь, у него реально обморок. Ну, понятно, до свидания. Ясно, понятно. Окей, там проблемы у всех. Что делать будем? Ой! Слушай. А, у них нету мест, понятно. Давай хотя бы вот это попробуем. Торрента Хрур!
Блин, он переместился к Луфи. Луфи пухана. О, они все к Луфи. Они все к Луфи. Луфи хана. Реально, у Луфи там хана. Что делать, что делать? Так, меняем, меняем, меняем на кого? Давай, во-первых, на тебя. Раз. А, так. Заряд кола, максимальный заряд кола. Нет. Выстрел. По этим всем, давай. Нормальное решето. Прекрасно. Так. Так, давай-ка исцеление, лечение, первая зона. Давай, лучка. Так, а тебя я хочу заменить на Нами. У Нами вроде есть тут что-то. Грозовой хлыст парализует цель. Молодец. Он откинулась, походу, от этого. А нет, жива. Так, стоп, 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 стоп. Максимальный заряд колы. Значит, ожоги. Давай. Против одного только эффективно. Там на его плюшит за всех сил, блин. А кого туда пустить? Слушай, кого пустить? Танжи. Всё, Луфи откинется! Лечение одиночное. О, так умирать, так умирать. Капец, какой крепкий орешек. Это какое-то избиение. Уже. Тут я не понимаю, как сражаться вообще. Даже Луфи нормально не может против кого-то выстоять. Ох, не хотелось бы затягивать эти бои навечно. Не говорите, что с самого начала, самого первого боя это будет. Пожалуйста, не говорите. Прошу.
Прошу, не говорите, что это с самого начала. Прошу, не говорите. Говорите, как, что это как на поле с подсолнухами. Не. Это же были разные бои. Блин. Так, 50 левел, значит, это после того боя. Это вроде как после того боя. Фух, да, все хорошо. Все хорошо. Слава. Слава небесам. Отличненько все работает. Так, где эта буковка? Я пропущу это просто. Отлично. И я поставлю, знаешь что? Я хочу этот. Режим боя автоматически. Давай посмотрим, как они вообще будут сражаться, хорошо? Фига себе он режет. Потому что этот автоматический бой знает даже больше, чем я. Ясно? Его менять надо. Меняй. Иначе он откинется и ничего не будет. Ага, он против него хорош. Отлично. Робин, в принципе, против него хороша. Только со скелетом у нас проблемы. Скелетон надо на другого поменять. Давай скелетончика поменяю на кого-то. А, я не могу поменять. Да, могу. На кого? Нормально? Нет, не ближний бой. Типа стрелка какого-то. Как Усоп остался? Усоп остался один. Да, конечно, он вытянет это, естественно, да. Да. Даже Усоп. Угу. Его сейчас первый удар положит. Фига он нанес. Ой, божечки, я не знаю, как против них сражаться. Даже автоматический бой не смог нормально протянуть. Он даже... меньше меня протянул в бою. Я не знаю. Так что, если у тебя есть идеи, как с ними сражаться, то напиши свою стратегию в комментариях. И в следующей серии я уже попробую сразиться по твоей стратегии. Если нет, я не знаю, буду пытаться и пытаться, естественно. Так что, спасибо тебе за просмотр. Не забудь свой царский лайкосик. И все ссылочки на сеть в описании. Всем пока.